Сегодня я хочу предложить вам рецепт праздничного рулета с луком-пореем, который готовится очень быстро и получается очень вкусно. Для этого рулета нам потребуется два вида фарша. Одна часть смешанный фарш, это свинина и говядина, а другая мед. Сначала мы нарезаем лук-порей кольцами. В этом блюде я использую лук-порей целиком и белую, и зеленую часть. На раскаленном масле мы обжариваем лук-порей 5 минут. Панировочные сухари заливаем молоком и даем им настояться, чтобы они разбухли. Лук и чеснок мелко нарезаем. В порей добавляем плавленый сыр и кусочек масла и тушим еще 5 минут. Вымешиваем фарш, соединяя его с чесноком, с луком, яйцом. Добавляем горчицу и разбухшие сухари. Солим, перчим и все тщательно перемешиваем. Распределяем фарш на пленки. В середину укладываем 2/3 нашего порея и заворачиваем в рулет. Рулет мы переложили в форму и сверху посыпаем его сухим обжаренным луком. Накрываем рулет фольгой и ставим в духовку на 1 час. Наше блюдо готово. Праздничный рулет мы подаем с оставшимся луком-пореем и с отварным картофелем. Приятного вам аппетита!